Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В понедельник в Самарской области будет облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, днем -1, -4 градуса, ночью 3-5 ниже 0. Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду. В Сызрани небо закроет тучи, вечером пройдет небольшой снег, днем -2, ночью -3 градуса. В Тольятти небольшая облачность и снег, днем -4 градуса, ночью -5, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре ясно, утром небольшой снег, днем -3 градуса, ночью -4, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 90%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.